Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke z hry Metro Redux. Viem, hovoril som, že to bude bez komentára, ale jednoducho tie scény sa nedajú nekomentovať, a hlavne keď máš nervy. Takže bohužiaľ budete musieť trpieť gameplay s mojim komentárom, ale tak myslím si, že hra je fenomenálna. Aj táto Metro Redux ma celkom zaujala, pretože tam sa nám vyvíja príbeh. Sice Last Line malo lepšie ovládanie ako Redux, ale tak a dám si ho užijeme. Takže dosť bolo reči, poďme do hry. Никогда прежде я не видел такого базара. На нём можно было купить вообще всё, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Вот такие! Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем по бокам. Так, если там не можем достать, а вы присматривайте за этим. Кому? Дочка, я тут мамон, и словничек, чи что-то там. Почему не можем? Не двигайся. Интерагировать. Стоять, я с тобой разговариваю. Можешь угнуть. Угни. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Подожди, трвало. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи Кому за языком. Ты всякий мудрый, эй. Хочу быть таким мудрым в бой. Что-то ты, мамы. Ты же говорила, что мне это блекло. Если они что, роснуть на обои? Хлопцы, вы здесь тут живете? Как красотка, живете? Ого, это валанди. Где этот камош? Туси! Ну, на Ганзу нам пути нет. А зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай, минут пять у тебя в общем есть. Может так 5 минут? Кому, дай мне набой, алебоне. Что? Что тебе от меня надо? Ты меня си не повинишь, же? Чао, кому? Укажи, что мне повишь. Если укесаный. Хлопцы, мать, это тут пекне, мусим узнать. Укажи? Оле, хотело бы то. Где вас не можем купить, вола, чо? Не можем, але это ти чорнем. Вола, чо сам учорал. Чао, хлопи, яко? Маш добрый квер, не сишь мне дать? Командир сейчас занят. Подойди позже. Выпадни! Пусти ма там! Я с этим покацать, эй! Хлопцы, с вами сранда як. Повод нужен. День машиниста мы уже отмечали. Почка, але я сам си мог купить онай. Вола кейзе вети. Прикупи себе красивые одежды, почувствуй себя гламурным, а будь звездой, скажи. Вырасти будет солдата. Дрнкам синалы. Пожалуйста. Я в животе. Ааа, где же ты, как можно купить фильтры? Просто скажи, о чем это? Массу. А, может, вчера зашушлась. А, мам, эквер. Подходит для жарки мяса и решения ряда семейных вопросов. Где ты, мамы, он его сброяра? Чё, кочка? Хлопцы, где ты, мать, он? Где сам можем избровить? Тут то не е. Шипки мне указываю все, мало. Тен-то мы аси не избровим, гей? Там не можем есть. Чао, фраер, чё мне повишь?
Hazliky. Chlapci, nemáte tu nejaké filtre navyše, čo nepotrebujete, alebo... Jako? No nič s tými filtrami, alebo mi to bude asi problém, ukáž. Mňa. Chcelo by to doplniť zásoby. Ale evidentne tu výzbrojára asi nenájdem. Máme sa vyzbrojiť, chlapci? Tam sa nedostanem. Toto ti nemôžem zobrať? Nemôžem ti to zobrať. Kámo, ty si mi tedy kšeftoval za nením. Nenáde mňa domagáca, je ne takový. Neviem, čo si povedával, ja sa s tými... Проваливай отсюда. Дай дал эту маску. Мне там уяки фузаты уйо. Ну нич, так же... Где бы сам яко мал из, эй? До бару. Ну а там бар не был, а сам там бар видел тут в ладе. Чао, хлопи, чё тут ливаю? To som ti dával, alebo som ti zebral? Slyšiš, Charetu tak kalačovac, kde filtry kúpil? I on na takoj govoril. Ale kde ich nájdem, filtre? Chlapci, nemôžem mať čornú filtre? Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Кама, седу сюда. Покаться ты да я скрачеву жилу на новой. Где ты найдем он, эй? Визброяра. А, мысли же видят тебе. Меньше проблем. Их находят мутанты. И эти мутанты... Привет! Ну что там? Камо, потребуем фильтры. Не вижу никаких. Ты подождивный. Да это совершенно. Камо, видите, тут уже Владо. Чё рвало, чё? Хлопцы, где ваши вооружения? Я не вижу нас из броя, ты ваго. Чем мы? Але шаг я фильтр мам, начали. Думаю, в питерском метро должны быть мы. Там ведь есть станция, которая... Не можем стать это? Я там как-то жива. Не можем. И на многих станциях смотрю... А где их заженят, ты фильтры? А где избрая? Кому? На маркете я могу шефтовать? Я спрашиваю, зачем такое наградили? Никто точно не знает. Кто-то говорит, на весь урок не платят. Слышно, а что это так само? Не можем с вами покицать, не можем покицать. Кому, фильтры, не маш? Дальше укицаны. Что это думаете? От канал. Так нич, идем сам. Идем трохи вирівати. Ооо, тут сам я один. Где то уложило, так же тут за нечем будет делать. Кому такую язву с тем? А это такую язву? Надо обязательно большой караван набирать. Когда много народу идет, говорят, ничего особенного. Туннель как туннель. Сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе, ни шахт. Деться из него даже некуда. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один, и все. Ну, доброе. Тут мы минули пенязы, але я потребуем... Тебя сом гладал. Что мне можешь дать? То не хотим. То не хотим. Мы из рельсов делаем. Тут си заберем. Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Видел бы ты его в действии. Пщи разносит. Дай пять. В смысле, руку. Никогда в Великой Библиотеке поодиночке не выходят.
Если один на крем засмотрится, другой... Видновато. Хороший рабочий инструмент. Тут ты, да? Takže máme nakúpené. Konečne som ťa našiel po 50 hodinách. No, že môžeme za tým týpkom. Kámo, ty tu čo robíš? Aký sekáčik. Počkaj, ja musím ešte za tým týpkom. Ej, chlapci, máte to tu pekné. Máte to tu pekné. Da-da-da-da-da. A kde je zase ten? Ты за Зентом стоишь? Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. У меня тогда были связи на Ганзе, и меня через... Але, Ганза, и на опачную сторону. Едешь? Мы обо всем там договариваемся. Пошли от них. И он на такой говорит. Ešte mi volá, čo povíš, alebo... Aha, ešte raz sa sa dá dostať. Bourbon? Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михе забашлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, видри дух. Не обязательно. Воу! Кабанек сон, все упало в мой диамант. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт. Ненавижу это. Ага. Почкай, мы имеем и сэм. Важный? Ты нормально за землю прошел? No takže evidentne odsídeme ven. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбо. «Добро пожаловать домой». Совсем вот. А теперь будь очень настрелом. Ага, а вот и счастливые, мля, жители этого райского городка. Да не мой, кому, я сам вышел. На поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные. Но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи, как оптимиста. Вдруг тут есть еще один схрон. Оптимиста. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Ага. Так же тут нужно еще очаковать. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Так, ключи, говоря о чему? Эвидентно, что вола к обходном доме. Але шак. Чекай, мам, это не... Ууу, самые кости. Филтр. Филтр собой годить. Если что ты пошаганец? Хочу зазменить филтр. Утри си маску.
Ну что, готов? Тогда двинули дальше. А наша сумасшедшая фильтр, кокос на крутить. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Твой фут. Калаш станет твоим. Станет твой калаш? Как солек это било. Пацан, начкуйся! Чё? Ты чё, с катушек совсем слетел? А ты снег? Что ты делаешь, мудила? Смотри, кого узазом. Узазом надо сгрузить. Где ты, Нолу? Подъезжал. Смотри, кого узазом надо искушать. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Ясно! Чё мне? Так, чё? Ага. Я тебя поймаю! Так, я пока анимация мудрости, эй? Як вахитиш? Ты как то поезжай махити, а не хитима. Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Также он себя выкупал. Уполне сбиточнее. Засе. А хэн тэн смрад змидол. Takže sa si nepozerá na kompas a máme tu holubicu. Aha. Aaaa, máme tam letecký aspoň. Au. Kámo, čo robíš? Tak ale prestaneš? Pozma tam dozadu potrebujem sa dostať k tej šachte. Nemá tu šláž z jedného oného. Kámo, ten Artём je tak pripostraný. A môže aspoň utekať? Kde je tá holubica? Teraz sme sa vyčlapkali. A ako... Počkaj, tady to nemôžem ísť. OK, takže musíme ísť dozadu vo lade. Tak ale už! Tak už by stačilo, ne? Ale nemôžem, to je všade voda. Vidíš, na to zbyl trahu. Muselo to takto skončiť. Á, tu máš ešte ránu istoty. Muselo to takto skončiť. Nemuselo to takto skončiť, prosím ťa. Utri si oné. A ideme z húru do oblak. Ja ešte medzi tým budem musieť hľadať filtre a takéto serepetičky.
Mazesku mám na hadry. Takže... samé kostričky sú tu. Nie. Ďakujem, toto sa bude hodiť. Ja som chcel tichý útok. No nevadí. Dámy a páni, tento gameplay bude taký... preskúmavačný, lebo ja ľúbim skúmať. Asi som zobudil susedov. Ja sa ľúbim motať po takýchto nádherných priestoroch. Jako mal by som ísť za tým typkom, ale dva razy sa mi neste, takže máme to sa troška ňúriť túto. Dočkaj, čo to hovoril? Čo, kde mám ísť? Ale čo robíš? Dobre. Takže takto. Tu by som mal nájsť kľúčik. A hlavná vec, že som zebral dva kľúčiky. A obidva sú k hovnu. Počkaj, že som hore na poschodí nebol. Kámo, ale za toho som nič nenašiel. Aha, bankomat, máme si vybrať love. Nemáme si vybrať love. Nemá tu niekto zbytočnú hotovosť? Artemu si potrebuje vybrať peniaze. A nedostanem... Kde ide máš? Čo to bolo? To neviem dopadne dobre. Má bolo čo? No, fajn. Čo? Máme halušky? Máme halušky? Zatiaľ som nenašiel nič, len 2-3 náboje do brokovnici. Čauka! Wow, ty si ako rýchlo zmizol, mohol si ma dočkať, aspoň mohli sme dať pokecať. Ale asi mi mohol ukázať, kde tu nájdem filtre a... Dvorné náboje, to máme. Lekárničku potrebujem? Nepotrebujem. Sorry kámo, odpočívej v pokoji. Na to, že ja sa tuto ešte takto pomotám. Ale už by som mohol ísť za tým typkom, ne? Zase stále to ven. Haló, je tu niekto? Čakaj si. Na čo robiť hluk? Jak to, že mám len... Ja tu som. Pšt. Ticho. Chlapci, ja som vám ešte nič neurobil. Ale asi budem musieť.
Давай вот так. Дай покой. Проживу. Ты кокса. Так, inak. Ente robe veľký luk, to sa mi nelúbilo. O, ja som zrazu na druhej strane. Počkaj si. Tak ale nemohol si padnúť dole ten nožík. Aaaa, som došiel. Došiel som o nožík. A tento mi ho dá, hádam. Okej. Pozrieme si to ešte tuto okolo, čo tu máme. Voľaká zaujímavosť, koši. Čípy tam boli schované. Zavri to, zavri to, rýchlo, zavri to. Auuu, to muselo boleť. Taká penetrácia moc. Počkaj, tam je ona, fotka. Čo robíš? Že by to bol vysrek? Netuším, ale asi áno. Aaaa, jedna rozbitá maska. Ja som si mohol radšej nehať. Tu svou. No počkaj, 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 ale... Kámo, dáš mi niečo? A mohol si mi dať, ale už ma všetko plunulo. Pretože sme na markete nakúpili. Počkaj, ale kde mám ísť? Za tým typkom by som mal ísť, ale... Čo? Kde si? Kámo, ja neviem čo im to metre dali, ale sakramensky silný matroš. Ale že sakramensky silný matroš. Počkaj, počkaj, o, a. Toto si zoberiem. Tu bola do asi je? Ale tak kto by bol takto venku? Zase kafičko. Dobre. Voláte do šachty by som hovedel, kde je tá šachta? Wow. Kámo, tak toto som čakal. Na detskom ihrisku v brokovnici. Idem sa šmiknúť. Dobre, tu srandu idem to vyskúť. Áno, to bude fungovať, bude to fungovať. Tak, len hýbaj preč. Spravíme dohodu. Ty nehaš na pokoj mňa a ja nehám na pokoj teba. Pretože ty nechceš prísť o život. A ja nechcem zbytečne minúť muníciu. Takže môžeme spraviť takú dohodu, že ty necháš mňa a ja nechám teba. Počkaj, ale kade teraz? Ideme ešte do toho kontajnera pozrieť, hádam tam voľa, čo dobre nájdeme, no. Keď tak nič, ničevo. No počkaj, 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 tuto, dúfam, že... Fajn, ďalší filter. Mám tu niečo? Vám sa budem venovať za chvíľu.
Ešte to tuto musím vylútiť. A hneď som pri vás, chlapci. Lebo som už obral o všetko. Máme tu ešte niečo? Evidentne už asi nie. Takže asi ideme preč. Lebo už asi nič dobré nás tu nečaká. Dám ich. Jeden. Druhý. A tretí. Vyššie. Nič, musím ísť bližší. Vydrž, hneď to bude. Nemám! No nič, tak si musím požičať túto týku z kamaráda. A šlák to po ňom. No. Takže dýka v ťahu. Keby len jedna. Mi dochádzajú náboje, to sa mi nepáči toto, pretože náboje byť taká drahá záležitosť. Počkaj, nehovorím voľačo o šachte a ja som sa tu teraz... zamotal. To si sakra robí srandu, že tu je schovaná díra. Konečne som našiel díru, dámy a páni. Po hodine hrania. Hodine hrania som konečne našiel dieru. Všetko, čo som tu našiel. Ooooo, pasa. Máme ďalšie dva filtríky. Prečo evidentne pôjdem potom. A teraz by som mal od toho asi prášiť, ne? Wow, ten má peniazo veľa. Čiže tady to som... šiel.
Ej, za tu zabludím aj tu, aj tu budem hodinu. To by som bol nerád. Tate to potom ideme, no ale teraz by som mal ísť asi na to poschodíčko. Takže tady to nie. Teba som už vybral, takže kam pôjdem? Tam asi z tej dzúry ven. Typujem. Pretože tu som to všetko preliezol. Takže pôjdeme z tej dzúry ven. A daj mi aj masku. No a šiliako kde? Kde by sme tu mali rovnakú pataliu, jak hen tam? Tuto. Ty si hen tam. Ale ja sa tu s tým ešte rozkúkam, ja potrebujem voľaké zásoby. Nie, ty si tu tu pobeháš, jak oné vícíš pánko. A ja pôjdem jak oný. To ni také veci, kámo. Takto kamarádi nebudeme. Pozreli, aké to veľké. A ešte som nič nenašiel. Ešte som tu nič nenašiel. Čo? Čak, ale nie, ju na pokoj, ona nechá teba. Davaj vpierod, zvíkaj. Вот дерьмо! Слышишь это? Давай понемногу отходить! Вон эти уроды! Бери право! Главное что, помнишь, Артём, помнишь? Главное, желтый снег не есть! Помнишь? Wow, dobrá jízda. Nelahneš. A ty si sem kde prešiel? Nie! No plesni ma o zem, plesni ma o zem. В метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья.
Takže dámy a páni, tuto ukončíme dnešnú epizódku. Táto bude taká motavičná, budem tu musieť troška upraviť, aby vás nenudila. Čiže momentálne sme sa dostali asi za tým oným Bourbonom. On nám chce dať nejaký kalach, takže uvidíme. Povedajme, o čom mu ide. Takže, ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšej epizódke, pretože bude naložená. Čau!